Миллионы людей погибают от собственных ошибок, глупостей и зависимостей. Алкогольная зависимость. Но сегодняшний наш урок будет посвящен именно ожирению и перееданию. Борьба с вредными привычками, такими как ожирение. И рассмотрим методы похудения, оздоровления, очищения на основе трансформации сознания. Трансформация сознания, очищение. Поток воды просто омывает, дает заряд силы, энергии и очищает наше сознание. Методы психофизической энергии, работы со стихией воды. Я вам предлагаю свой личный метод 9 шагов похудения на основе естественных циклов. Первое – это трансформация нашего с вами сознания. Второе – это мотивация. Третье – очищение. Четвертое – диагностика. Пятое – питание. Диета лично под вас подобранная. Шестое – движение. Движение жизни, остановка смерти. Это трансформация уже нашего с вами тела. Седьмое – это среда обитания. Вот посмотрите, где мы сейчас. Дыхательные практики в сосновом бору, а особенно можжевельник. О, можжевельник убивает всю инфекцию в радиусе минимум 3 метра. Движение – это жизнь. Движение, дыхание, энергетическое питание. Практически вот сейчас переходим на солнечную прану и березовый сок. Живая вода, березовый сок, эликсир жизни. Русский стиль. Оздоровительная дыхательная гимнастика. Больше всего нужно учиться дыханию у животных. Нужно наблюдать, как дышат животные, а также дети. Ребенок, когда рождается, он дышит низом живота. Но изначально он дышит через пуповину, который связан с матерью. Это эмбриональное дыхание, и это более высшее дыхание по малой космической орбите. Восьмое – распорядок дня. И девятое – это сон. Основы правильного питания, движения, дыхания на основе позитивного мышления и гармонии с самим собой и окружающим миром. Многие хотят после зимы, зимней спячки, похудеть. Особенно девушки хотят быть стройные. Молодые люди хотят убрать живот, мамон. Начинают усиленно, интенсивно делать различные упражнения на пресс, планка. Но, к сожалению, нет целостной системы. Целостная система на основе здорового образа жизни. На основе традиций и целостного мышления. И трансформации сознания и нашего тела. Первый пункт – это трансформация сознания. Это перезагрузка. Вам нужно перезагрузить ваше сознание. И отказаться от многих вредных привычек. Отказ от переедания. Но вы должны не просто похудеть, вы должны нормализовать, привести в форму естества и стать тем, кем вы были в молодости, или, возможно, тем, кем вы хотите в будущем. И вот именно трансформация сознания, работа с сознанием, мышление, которое в дальнейшем закладывает образ действия. Но на самом деле это в целостности, все вместе, одно тянет за другое.
алкогольная зависимость. Пиваете, вы много едите. И курение, и много... Матрица перезагрузка, нажимаем кнопку рестарт. В психологии, гипнотерапии существует такая методика похудеть. Трансформировать наше сознание и очистить его. Удалить лишнюю старую информацию, особенно вирусы, да? Отказ от вредных привычек. И вот очень много предложений, и это целая империя, бизнес-империя различных клиник для похудания, похудения. Чего только не предлагают. Но в основном это развод на деньги. И какие у нас есть с вами варианты? Платить большие деньги в клиниках, в коммерческих клиниках, чтобы похудеть. Платить фитнес-инструкторам и различным мотиваторам. Или же спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Берег реки Тьмы, Тверская область, курс трансформации сознания. Курс трансформации сознания. Борьба с вредными привычками. Первый раздел – похудение. Начинаем с того, что делаем медленный глубокий вдох. На выдохе закрываем глаза. И представляем, как наше с вами сознание очищается. И наше с вами тело, сознание, подсознание, медитация подобна погружению на дно моря, где все спокойно и без ничего. На задержке дыхания делаем выдох и на выдохе опускаемся под воду. Развитие внутренней силы и борьба со страхами. Наш с вами урок, наша с вами беседа, занятие будет посвящена не боевым искусствам, и методы похудения, проблемы неправильного питания, фастфуда приводят к ожирению и преждевременной смерти человека. Какие есть варианты? Первый вариант, самый простой вариант, это потратить кучу денег на врачей и диетологов и различных коммерческих клиник, связанных с похудением, зарабатывают неимоверные деньги, как у нас в России, в Европе, в Америке и по всему миру. Второй вариант, это отнести ваши деньги фитнес-инструктору. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На примере своего собственного опыта, личного опыта, основанном в первую очередь на трансформации нашего сознания, я поделюсь, как нормализовать вес и похудеть. Чтобы похудеть, платить большие деньги в клиниках, коммерческих, платить фитнес-инструкторам и различным мотиваторам. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Природа супер, отлично. Тишина, спокойствие. Несколько слов о трансформации сознания. Да. В последнее время очень модно все, что связано со здоровым образом жизни и, допустим, методы похудания человека. Вот там много путешествий по миру, особенно в Германии, в Америке, да, существуют различные клиники, предлагающие различные способы похудеть человеку, но в основном это все основано на диетах. И все это, как правило, идет через определенную химию, да, и люди очень быстро теряют вес, клиники в ухо вставляют, там, серьгу воздействия, точки, там, иголку то вставляют. Или же нужно... потратить очень много денег на врачей, это все равно как бы все это технологии продаж основаны на химии. Потратить деньги на фитнес-инструктора. И в принципе в воде происходит определенная трансформация и преобразование. Ну, первое, это нужно трансформировать свое сознание и мышление. Это работа с образами, как на экране. Нужно просто представить себя. Мой личный опыт
трансформации сознания и трансформации тела на основе позитивного мышления, здорового образа жизни, правильной диеты и движения. Мастерский тренинг пробуждения. Тренинг на местах силы, живописное место, сосновый бор, святой Нектариев источник, река Тьма, прекрасный чистый воздух. Три шага вдох, три шага выдох, бежим. Методы оздоровления и саморазвития. На источник. Психологический и энергетический бензин для жизни и для бизнеса. Выйти из рутин, найти новый креативный поток, новые инновационные решения, прокачать харизму, развить свое физическое тело. Есть пузо, ложимся животом, как медведь на муравейник, вот так его обняли, и кайфуем, и дышим животом, и муравьи начинают жрать ваше пузо. Которое способствует возникновению новых стволовых клеток. Он тоже лежал в муравейнике. Два года абсолютно не болеют. Заряд серьезный. Так что всем советую. Муравьи содержат все комплекс аминокислот, муравьиной кислоты, а также цитраль. Все мы знаем, для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но не всегда это помогает, особенно в запущенной форме. Есть более экстремальные методы. Это муравьиные ванны, которые запускают энергетические процессы, процессы жизнеобеспечения, ну и а также сжигают излишние жиры. Но комплексные методы очищения, метод детокса и, конечно, более экстремальные методы. Зимний тренинг к закаливанию. Глубокий вдох. Сильных духа. Которые мы проводим на наших курсах, летних сборах, система спецназ. Сейчас вот как вот муравьи начинают изнутри, на молекулярной основе, просто-напросто вас поедать. Расслабиться, получить удовольствие. И это методы рефлексотерапии, акупунктуры. Живописное место. Берег реки Тьмы. 30 километров от города Твери.
Святая нектариевая пустынь, сосновый бор. Ягоды, грибы, рыбалка, чистый воздух. И вот на вот этом прекрасном месте уже в течение 10 лет, с 5 по 10 июля, у нас проходят сборы «Русский стиль». Боевая система спецназ. Правильного питания, дыхания, отсутствие стрессов, система восстановления. И самое главное – среда обитания. Личный опыт. Минус 15 килограмм за 4 месяца. Мой рост 1,85 м и вес 85-84 килограмма. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я вам предлагаю свои 9 шагов. Не лайфхаки какие-то модные, да? То, что сейчас где-то в тренде. А именно на основе традиций и целостного мышления и трансформации сознания нашего тела. Первый пункт – это трансформация сознания. Это перезагрузка. Вам нужно перезагрузить ваше сознание и отказаться от многих вредных привычек и методы похудения на основе позитивного мышления и гармонии с самим собой и окружающим миром. Себя, каким ты был в молодости. Нужно трансформировать свое сознание и мышление. Это работа с образами, как на экране. Нужно просто представить себя, каким ты был в молодости. Вот на сегодняшний день вот у меня, допустим, рост 1,85 м и вес 85 килограмм. Вот у меня такой рост, такой вес был, в принципе, когда мне было 20 лет, когда я учился в военном училище. Последние сколько-то лет он просто был за 100 килограмм, и это был не мой вес и не мой рост. Мой личный результат – минус 15 килограмм за 4 месяца. И вот собственная методика, уникальная методика, с которой я хочу поделиться. Личный опыт, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Те люди, которые идут в различные клиники для похудения, они тратят очень большие деньги, и через какое-то время они обратно набирают вес. И не панацея, фитнес-центры, фитнес-инструкторы, которые на массовом советуют различные методики, не подобранные лично индивидуально. Нужно представить идея, мыслеформа, да, и мотивация. Представить себя тем молодым человеком, когда ты был полной силы или энергии, а если ты в молодости был жердяем, тебе нужно, значит, представить образ такого человека, то есть изменить свое сознание и свое мышление настолько, чтобы представить, как архитектор, нарисовать себя, кому ты хочешь. И первое, с чего начинается, это трансформация нашего сознания. В природе все живое начинается изнутри. Так вот, первое, вам нужно трансформировать ваше сознание, ваше мышление и сделать рестарт, перезагрузку, выйти на новый уровень. Ну, мы сейчас говорим конкретно про методы похудения. На самом деле это так, как бизнес-проект или другой. Все начинается с трансформации сознания. Соответственно, мы трансформируем наше мышление и, самое главное, отказ от вредных привычек. Нужно отказаться от алкоголя. Все праздники, все застолья, все посиделки начинаются с выпивки, да, и с обжорства. Здоровый образ жизни, он несовместим с алкоголем, с никотином, с перееданием. Соответственно, нужно изменить среду обитания. Я, например, на 2 месяца уехал в Индию, берегу океана, я как тренировочный лагерь трансформации тела. 80% успеха похудения – это именно, скажем, питание. Питание должно быть сбалансированное, по крайней мере, для организма это должен быть какой-то толчок в виде той же спортивной диеты или же некого такого голодания, да, как какой-то пост. Например, как 9 советов, как похудеть, это трансформация нашего сознания. В природе все живое начинается изнутри. Ваше сознание, ваше мышление. Сделать рестарт, перезагрузку, выйти на новый уровень. Второе.
Очищение. Да. Ну, делаем просто разгрузочные дни, в течение недели, сыроедение, да, овощи, фрукты. Но это был толчок. Очищение. Нам нужно очиститься. Штат Керала, Аюрведа, они делают панчакарма. Панчакарма – это очищение, тебе дают специальные составы. Но я считаю, достаточно водою, да, мы можем почистить, как генеральная уборка в доме, мы очистим наш организм. В день нужно выпивать там несколько литров воды. Ну, воду нужно пить в первой половине, да, с утра горячий, этот самый, с лимоном горячая вода, стакан – это процессы щелочения, да, и вот, например, долгожители, больше всего их на острове Окинава, там, где кораллы, да, и, допустим, на Кавказе, там, да, где есть минеральные источники. Горячая вода с лимоном запускает процесс внутреннего щелочения, само питание. Да? Пища должна быть сбалансированная. В Узбекистане говорят так, что дыня может быть лекарством и может быть ядом. С утра ешь дыню – это лекарство, вечером будешь дать ядом. Поэтому овощи, фрукты едим в первой половине. Кефир, молочную продукцию, творог, кефир мы тоже употребляем в первой половине дня. Вечером не употребляем. Естественно, да? Мы отказываемся от мучного. Отказываемся от сахара. Да, перейти на домашнее питание, отказаться от фастфуда. Проблемы и беды – это вот именно от фастфуда. Правильно, соотношение белков, жиров и углеводов дает сбалансированное питание. И пища должна быть энергетически насыщенная. Похудение. Пища, да? 80% успеха – это питание, отказ от переедания. Но трансформируем наше сознание. Матрица перезагрузка, нажимаем кнопку «Рестарт», перезагружаем наше с вами сознание. Пища, да? То есть первая трансформация сознания, первый наш шаг – мотивация, мыслеформа, образы, да, дневник самонаблюдения. Второе – как бы трансформация нашего тела начинается с первого шага – очищение, очищение водой. Особенно хорошо весной очистить, да, этот, я, например, березовым соком. Давай вот сейчас вот так. Красота. Затем сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, от переедания. И на следующий этап, 4-5, выходим мы на движение. В день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов, а вообще как бы 12 тысяч шагов, то есть вот 6 километров. А вообще... километров. А вообще даже больше, вот, например, в первой половине должны быть пробежки, ну, легкие трусцой, да, там пробегать 5-6 километров. И 5 километров проходить вечером. Но вечером должно быть спокойное движение, чтобы тебе выйти на нормальный распорядок дня, да, чтобы к вечеру процессы жизнедеятельности должны переходить на релаксацию. И подводим еще раз, как бы... Позитивное мышление, да, трансформация сознания, раз. Питание на первом месте – вода, на втором месте стоит пища, да. Третье – дыхание, то есть очень важно как бы дышать, и особенно дыханием низом живота, да. Оно из... Психофизических и энергетических практик, различные комплексы на растяжку, на прокачку мышечно-сухожильной системы, упражнений на статику, на напряжение, планка. Планка на вытянутых руках.
включает в себя и бег в среднем 6 километров. Упражнения на медитацию, дыхательные практики, дыхание низом живота и практики, направленные на то, чтобы выгнать токсины, которые скопились в процессе жизнедеятельности, а также ночью во время сна, очистить наши нижние, средние и верхние дыхательные пути. И дыхание низом живота и энергетически. И наполнить тело праной, энергией, энергией ци, энергией жи, с полного расслабления, вхождение в альфа или тета состояние сознания. Расслабление тела, расслабление ума. Живота, да, оно изнутри начинает расщеплять, как бы вот мы делали дыхание, там это в пранаяме есть дыхание низом живота, оно расщепляет, да, естественно, массаж нужно делать живота. Делать определенные физические комплексы, пробежка. 100 отжиманий, 100 приседаний. Ну, лично я делаю за 2-3 подхода, в зависимости от физической нагрузки. Или же диффузно. Обязательно это делаем с дыханием и с самовосстановлением. 100 приседаний, 100 отжиманий на выдохе ха. Пробежка. Вот. И выходить на как бы нормальную систему как бы сна и восстановления. И вот, на мой взгляд, варианты какие? Или же ты всю жизнь будешь работать на врачей, или будешь работать на фитнес-инструкторов, или просто ты сам ведешь здоровый образ жизни и встраиваешься в эти процессы. Ну, вот как-то так. На берегу реки собираем молодые листья крапивы, листья одуванчиков, снеть, щавель для весеннего зеленого салата. И тема нашего с вами урока будет посвящена, первое, похудению, но самое главное, методам оздоровления. После утренней пробежки минут 30, отдохнув, выпив стакан воды, будем готовить салат. А салат у нас будет настоящий салат. Мы ничего сами не сажаем. В огороде это сорняк. Многие хозяйки его. А вообще это сныть. Вот такие молодые побеги сныти, которые ел Серафим Саровский. 3 года, 1000 дней и ночей, совершая подвиг аскетический, 3 года ел только сныть. Когда у него спрашивали, а что вы, батюшка, святой старец, кушали? Да, говорит, снитку, я снитку кушал. Снить, сныть. Очень полезная трава, как в выздоровлении, в питании и во многих других процессах жизнедеятельности человека. И вот сейчас мы будем делать салат из щавеля, сныти. И растет везде в лесу. И вот свежие побеги молодой сныти, а также еще самое главное, сбалансировать ваше питание. Отказаться от больших порций по принципу, как удав заглатывает много и сразу. Должна быть мотивация жизни, здоровья, продление
жизни, долголетия. Правильного питания, вода, пища энергетически наполненная пяти стихиями, пяти элементами. Утренние пробежки на святой источник. Источник живой, структурированный источник живой воды. Для того, чтобы похудеть, многие говорят, нужно двигаться и меньше есть. Но не всегда получается, да? С чего же начинать, если вы хотите похудеть? Ну, конечно же, в первую очередь, все из головы. Должна быть мыслеформа, идея. Вот идея правит всем миром. И вы должны, как архитектор, создать проект, что вы хотите получить. Это первое. Образ, идея. Второе. В природе, в жизни любые перемены, они начинаются с очищения, с обновления. Это детокс-программа, но естественные циклы. Это вот как генеральная уборка, которую мы проводим в своей квартире, в доме, на своей территории. Свою машину чистим, убираем. Так вот, эту машину нужно очистить изнутри. Но естественные циклы очистки, они в природе. Это вода. Движение, утренняя зарядка, комплексы, направленные на развитие силы, скорости, ловкости, выносливости. Дыхание, через которое мы тоже получаем энергию. Вода все очищает и омывает. Энергии и здоровья. Второй пункт – это вода. Вам в день нужно выпивать структурированную воду, желательно на начальных этапах от 2 до 3 литров. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если вы хотите похудеть, вам не нужны никакие доктора, никакие фитнес-инструкторы, которые разведут вас на деньги и подсадят вас на химию. Да, вам... Пить воду. Не пить воду в процессе еды и через 30-40 минут пить воду после еды. И система самовосстановления, самоорганизации. Это распорядок дня, и, естественно, от этого будет сон. Так вот, комплексная система саморазвития на основе трансформации сознания и трансформации нашего тела. А, вот, с легким паром, такая русская банница. О, хорошо! Пошло! И русская баня – это, в первую очередь, закаливание тела холодом и жаром. И вот сейчас мы после того, как несколько раз прогрелись, распарились, сейчас пойдем окунемся в речку. И после этого... В речку после бани. Вот, благодать просто не передавай. Хорошо. Ни одно видео не может передать от того состояния. Выгоняем жар, выгоняем токсины, открываем каналы, меридианы. Комплексное закаливание. Как следует, разогревшись и распарившись, мы выходим и окунаемся холодной водой. Мы тренируем. После баньки окунуться в речку и обратно зайти в баньку. Кайф. И вот русская баня выгоняет токсины, очищает изнутри. Это комплексная система оздоровления, очищения. Все шлаки, все из нашего тела выходит. И особенно помогает береза.
О, какой запах! И вот когда... Действие. Курс трансформации сознания. Борьба с вредными привычками. Похудение. Делаем медленный глубокий вдох. На выдохе закрываем глаза. И представляем, как наше с вами сознание очищается. И восстановить в это время нужно самого себя. Восстановить нужно физическое наше здоровье, энергетическое, психологическое, интеллектуальное и духовное. Нужно привести в порядок свое тело. И вот за 2 месяца самоизоляции я нормализовал свой вес, используя основы правильного питания, дыхания, движения, отсутствия стресса, ну и, конечно же, гармонии с самим собой и окружающим миром. В следующих выпусках я более подробно расскажу, как трансформировать наше сознание, наше мышление и с помощью основ правильного питания, а также физических комплексов и упражнений можно похудеть. И не просто похудеть, а перевести жир в мышцы. И, например, на том же Тибете, тибетские монахи, они говорят, что мускулы – это, в первую очередь, морщины нашего тела. И в природе нету качков, нету Арнольдов, Шварценеггеров. И я никому не советую принимать химию. Степени. Даже очень важно, это мышечно-сухожильная система. Но на первом месте, конечно же, будет стоять наше питание. Как сказал в свое время Кашпировский, жрать надо меньше.